Тем временем в селе Заречное Лёкминского района открыли малую пожарную часть. Единственная связь населенного пункта с большой землей – это паром. И в случае необходимости огнеборцы не смогут оперативно добраться до него. Решить эту проблему как раз и призвана добровольческая служба. Елена Фаст продолжит. Вопрос о открытии малой пожарной части в селе Заречный давно ставился главой Наслига и жителями. Особенно актуально это стало после большого лесного пожара неподалеку от села. Вопрос ставили еще начиная с 2015 года. Строительство перед заместителем председателя правительства Виктором Викторовичем Амуковым. Он тогда к нам приезжал, еще когда были тут мероприятия. В Лёкминском районе он приезжал в район, мы ему показывали, рассказывали. После пожара 2014 года ситуация очень была сложная, поэтому мы перед правительством ставили этот вопрос. В эти дни торжественное открытие части поставило точку в этом вопросе. Для жителей события стало настоящим праздником. Концерт в клубе готовили всем селом. Открытие части перешло в командные учения пожарных формирований района. Старт! Внимание! Марш! Впервые участие приняли отдаленный Наслег Бяськёль. Там пока только добровольцы, но глава Наслега убеждена, и у них когда-нибудь откроется хотя бы малая часть. Ну, они первый раз участвуют. Я думаю, это нормально для первого раза. Время покажет, а пока Руслан Захарович Босиков, начальник отдела по организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ, отметил, в районе он уже второй раз, значит, должен быть третий. С численностью 10 человек личного состава. Данное подразделение будет прикрывать поселок Заречный и поселок Троицк. Это общее население этих поселков где-то более 1000 человек. Уже во время учений команда города практически доказала мобильность. Во время проведения в городе вспыхнуло одно из старых зданий, куда в срочном порядке направилась вся команда уже на работу. Елена Фаст, НВК Саха, Алёкминск.